«Газпром» увеличит инвестиции в газификацию Томской области. Такая договоренность достигнута во время рабочей встречи губернатора Сергея Жвачкина с главой корпорации Алексеем Миллером. Она состоялась в Санкт-Петербурге. В этом году «Газпром» направит на реализацию программы газификации в Томской области более 1 000 000 000 рублей. Сейчас компания ведет строительство 6 межпоселковых газопроводов. Подготовлен проект еще одной ветки к селу Новокусково и деревне Старокусково Асиновского района. Также компания продолжает реализацию проекта по автономной газификации ряда удаленных от магистральных газопроводов населенных пунктов региона. Напомню, 1,5 года назад губернатор Сергей Жвачкин и глава «Газпрома» Алексей Миллер дали старт масштабной программе газификации Востока Томской области. Газ должен появиться в Асиновском, Зырянском и Первомайском районах.